Звенигороде введен в эксплуатацию второй корпус жилого комплекса «Восточный». Восстановлены права почти 700 граждан, приобретавших жилье по договорам долевого участия. Дом в ЖК «Восточный» планировалось сдать в конце 2014 года, однако из-за финансовых проблем компании-застройщика СУ-155 строительство затянулось. Объект взяли на контроль власти региона. Это позволило обеспечить граждан долгожданным жильем.